Играя с командами из второй восьмерки, чувствуется ли различие по сравнению с накалом, вот как-то вот уровнем футбола? Хотим кусок не обойти шины ешь, там надо вещинка, кашони, да, это мавакалем и так. Кена по вещинке, кусок на байте шини бот, швил на сот и ахлы на кагена. Часто, что мы едем кусок на тату, это байно митков, ешь мы заебды. Да, чувствуется, потому что команды, которые из второй восьмерки, они приезжают в основном, чтобы играть в защиту, от обороны играют. А команды первой восьмерки иногда такой. В финале все тренировали или были уверены, что основное время все удачно? Команды на самом деле, но этим в таком случае не стоим аккордно. Там не было аккорда. Тренировали все. Вот выиграть в кубке это все-таки основная задача сейчас, приоритетная? Да, дефолтный для всех победил, זה טוב, בטוח שכל שחקן באופן אישי בשבילו זה מה שנרשם בקריירה שלו. זה תואר לא קטן, ואנחנו נשמח מאוד לקחת את הגדול. לא, אני גם בשביל. אני גם עדיפות. מה זה עדיפות? זה תואר, כל התואר. Что-то, что каждый игрок, любой игрок хочет достичь, поэтому вот, мы тоже хотим. Про поле. Сегодня да и игроки Ростова сказали, что Рябину было тяжело особенно, потому что на поле не давалось созидать. Что можешь сказать? Миграш, конечно, по словам Роша Рябина, для Рябина я, конечно, был Михадан, Миграш Азеки, а Миграш Азеки Шира, Асот Писарон, для всех остальных. Раву это, когда сихали мы пам хат бен Бигал, шедах, ништах мод дом, אז ראו איך אנחנו יכולים לשחק. כשהמגרש לא טוב זה לרעתנו, אבל אין מה לעשות, זה התנאים כרגע. Да, плохое поле, это не, оно нам очень мешает, все видели, как мы можем играть на идеальном поле. И, ну, такие условия у нас сейчас, ничего с этим поделать не будем. У меня есть разница, с кем играть, Волга пока ведет 1-0. Волга, ну, на всяком случае. Миша, я понял. Нет, это разница.